Представители Ленинского отделения «Единой России» поздравили студентов-добровольцев Московского социально-экономического института с Днем российского студенчества. Встреча прошла в общественной приемной партии. Несмотря на то, что некоторые из ребят недавно занимаются волонтерством, у них за плечами большой опыт. При участии студентов Московского социально-экономического института реализовано свыше 20 проектов. Это благотворительные акции, лектории, мастер-классы, оказание адресной помощи и организация мероприятий. Волонтерством я начала заниматься в 2021 году. Привело меня это компания из института. Дальнейшие очень большие планы на волонтерскую деятельность. То есть я хочу этим заниматься, мне это нравится. В ходе встречи партийцы предложили студентам в ближайшее время разработать план мероприятий, которые заинтересуют молодежь, и реализовать их на территории округа при поддержке «Единой России». Ребята действительно работают достойно, у них у всех горят глаза. Они помнят все свои мероприятия и могут о них не только рассказать, но и как бы передать те чувства, с которыми они эти мероприятия проводили. Действительно, у них хватает времени и на то, чтобы участвовать в волонтерском движении, и чтобы получать хорошие отметки. В ходе встречи студентам-добровольцам вручили награды и памятные подарки от секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексея Спасского.